реальной жизни у человека есть опасности, ему не до скуки. А вот когда страхи, вроде как бы ничего нет, но как бы есть опасность. Причем твои опасности их не колышут. Целостность страны, там, патриотизм, это не работает. Вот то, что друзья меня будут игнорить, то, что мне что-то не хватает, вот это реальная опасность. То, что я игрушки не знаю, о чем говорить, когда все говорят, вот это реальная опасность, что я в коллектив не попадаю. А у коллектива свои правила. Поэтому я говорю, что если взрослые будут давать правила, когда взрослые будут давать правила, тогда детям удобнее понимать, они будут собираться по определенным правилам. А получается, что взрослые своими делами занимаются. А как были детьми, так и остались. То есть они по-детски решают взрослые задачи. Маски одевают на работе, там, прогибаются перед начальством, там, или еще что-то. Ну, неважно. Каждый выживает как может, себя позиционирует. А в итоге модели поведения ребенка у взрослых. А эти модели все вскрываются вот в тех же сценариях игр. Развито, кто как играет, по какому сценарию. Раньше как было? Человек жульничает в правилах, его в игру не брали. Неинтересно, ты жульничаешь. И он выпадал. То есть люди жуликоватые, они выпадали из наших игр. То есть они вне закона были. С тобой неинтересно играть, ты подсматриваешь. Или ты там еще что-то делаешь. И все. И тогда они понимали, что если они будут жульничать, с ними играть не буду. Понимаешь, какая вот интерес тогда будет? А сейчас наоборот. Жульничал, молодец. И все такие, а ты как жульничал? А ты как? Вот блогеры, кто такие? Это практически жулики. А ты как жульничал? А ты как сделал вот это? Как ты заработал свои миллионы? И начинается, я свои миллионы заработал вот так, там, вот так, вот так. И это все не по закону. Там никто не сказал, что я отработал, там, получил, там. А вот я пропиарился, я там получил. У нас культ халявы. Вот в чем дело-то. Умений нет. Вложил, взял, нет умений.